Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас обзор дисплея на чипе TM1638 с светодиодами 8 штук и клавиатурой из 8 кнопок, который состоит. Так, давайте сначала видео посмотрим. Я видео взял на этом дисплее, взял часы и одновременно показывает давление, атмосферное давление и температура воздуха. Сначала видео, потом продолжим, как это все работает. Итак, друзья, сегодня хотел обзор делать дисплея, семисегментный дисплея, 8-разрядный, на чипе TM1638, плюс плюс клавиатура из 8 кнопок и еще 8 светодиодов на нем. Так, сделал часы на этом модуле. И кроме того, тут еще показывает температура и давление. Вот таким образом это работает. Так. Здесь это PMP-085, часы реального времени, время 32-31, и дисплей. Сейчас показывает время. Так, дата 29.08. И через некоторое время переключится, будет показывать давление. Вот показывает 745 Hg, и температура 27 градусов Цельсия. Так, подключается SPI, шине, Arduino и питание плюс 5 вольт. Я думаю, из этого можно сделать, вот где светодиоды, можно выходы, наверное, сделать. Если припаять там, и можно там чем-то управлять, допустим, релешками, ну, транзисторный ключ подключить вместо светодиодов. Будет 8 выходов, 8 входов и возможности Arduino можно на несколько раз увеличить, как бы получится, как бы 8 входов, 8 выходов и плюс еще дисплей 8-разрядный. Так, ну здесь это не, как это работает, здесь управляется при помощи вот этих кнопок. Так, первые две кнопки управляем яркостью. Вот сейчас уменьшим яркость, это увеличиваем яркость, сейчас уменьшу яркость. Вот так управляется яркость, можно управлять при помощи вот этой третьей кнопки, нажимаем и установка часов. Вот отсюда можно установить минуты, часы, так, дату, месяц и год. Я хочу сказать, что вот этот месяц, который вот устанавливал здесь, какой-то глюк, и никак его не мог исправить. Видимо, это это что-то от программы, какая-то программная ошибка. Тут начинаю вот этот месяц изменить, вот увеличиваю, нормально увеличивается, уменьшаю, и где-то второй месяц уже как-то не настраивается. Вот что-то такое, и это глюк, наверное, баг программы. Я попробовал, ничего не получилось, но я думаю, это не страшно. Месяц же не будем часто, один раз при загрузке с компьютера установим эту дату, а там обычно вот это как бы часы, минуты там могут за несколько месяцев, вот несколько минут может отойти здесь. Так, что еще? Ну, остальные на компьютере я объясню, вот как это все работает. И кроме того, вот это использовать тот блок, FB-блок с форума FL-PROC, и покажу, как это все работает. Здесь еще несколько слов, вот строки, можно строки вводить,
Можно буквы некоторые, которые вот поддерживаются всем сегментным индикатором, вот те буквы, которые можно. И здесь точку, когда вводим, будет вот это светиться, вот здесь точка, но этот сам сегмент не будет работать, как бы пустота получается. Поэтому точку не использовал тут. Так, здесь все остальное на компьютере. Так, теперь этот... Для вот работы с этим модулем использовал FBblock, который скачал отсюда из блоки пользователя сайта FLProg, взял пользователь XTEM, блок взял. И кроме того, надо будет еще библиотеку устанавливать для TM1638, вот отсюда. Скачать библиотеку надо будет, и чтобы работала, то без библиотеки не будет. Так, отсюда скачал. Так, теперь давайте посмотрим схему подключения. Вот этот блок подключается к шине SPI, шине тремя проводами TIO, CLK и STV, питание 5 вольт. Подключено. И кроме того, вот часы реального времени DS32-301 и BMP085. Я, как уже там сказал, при помощи вот этих пяти кнопок настраивается, яркость увеличивается при помощи вот кнопки S1, S2 уменьшает яркость. Так, устанавливаем часы при помощи S3, нажали кнопку, и часы переводятся в режим установки, как бы, и начинают мигать поочередно. То есть каждый раз мы, когда здесь нажимаем, сначала минуты мигают, потом часы мигают, потом дни, дата, месяц и год поочередно. Это когда начинает мигать, вот при помощи этих двух кнопок больше-меньше настраиваем, как бы. Здесь так работает. Так, давайте теперь в FL-блок покажу, как это FB-блок работает. Так, это выключаем. Так. Вот скачиваем, как я уже сказал, FB-блок, вот TM1638 из форума, из блоки и пользователей с сайта FL-прог, и вот он такой. И кроме того, надо еще библиотеку для TM1638 устанавливать, чтобы работал. Здесь на нем 8 светодиодов, вот 8 штук. Сюда по схеме можно подключить, и светодиод там будет светиться. И 8 кнопок. Как я уже сказал, можно как бы при помощи вот этих сделать 8 входов, 8 выходов. Так, 2 строки. Первые строки, если подавать там... Можно 8 разрядов подать и будет работать. С второй строки я попробовал, только последние 4 разряда работают, но это как бы у меня необходимости нет вот второй строки, только первая строка хватает. Так. И здесь еще есть вход для регулировки яркости. То есть с нуля, ну я не нашел цифра, какая будет 25 или сколько. Ну, я сделал так с нуля до 25, но где-то около 7-8, когда подходит, больше уже яркость не увеличивается. Я думаю, даже здесь хватит. Отсюда подаем, и яркость регулируется. Так, и здесь еще есть такой момент. Так, параметры можно отсюда устанавливать. Вот значение, какое где подключено. DIO к 8, CLK 9, STV 7. Отсюда можно поменять. Вот значение можно поменять, но я так оставил, как и есть. Теперь давайте посмотрим вот часы. Это удалю, это не надо. Так, что я делал? Отключил. Ну ладно, еще раз давайте. Что-то не так. Не туда нажал. Сейчас еще раз то есть сейчас это откроется. Я не туда нажал. Ну, долго открывается, как бы.
Так, по поводу вот этой ошибки, которая была, я так и не мог ее исправить. То есть, когда вводим месяцы, вот у меня там, когда уменьшаю, меньше трех уже как бы не уменьшается, как-то прыгает, что-то неправильно работает, я так и не понял, видимо, какой-то глюк программы, что-то такое было, но я думаю, это не страшно. Здесь я просто вот сделал это как пример работы с этим модулем, то есть не специально для часы, просто часы показывают, как это работает и как пример для обзора взял, а в дальнейшем можно что-то путные вещи на нем делать. Так, ну давайте здесь покажу, вот как это все работает. Так, здесь вот этот сам этот блок, здесь входы и выходы, я переменный везде ставил подключение, но используется вот где светодиод, третий только у нас светодиод используется, когда вот рот работает, то есть уставки переключаем, вот тогда светодиод светится. Здесь кнопок первый, второй, как я уже сказал, яркость увеличиваем, уменьшиваем, третий вот переключаем, то есть когда устанавливаем часы, нажали третий, там начинает мигать нужные цифры. Второй раз нажимаем, переключается другие цифры, третий и так далее, и устанавливаем. Когда мигает этот момент, становится возможным мигать при помощи четвертой, пятой кнопки. Так, ну здесь не буду так... Тут с этими переключениями, тут очень много переключений вот сделал с этим строковым переключением из-за того, что тут надо часы устанавливать. Если не устанавливать бы часы, так много переключений не было бы и сложности не было никакой. Но из-за переключения, видите, сложно стал. И там глюк еще. Да, что ты будешь делать, что-то не могу. Так. Так, и вот из-за переключений этих строковых очень много там схема сложная получилась. Здесь вот эта работа этого сделал так, чтобы невозможно было больше устанавливать, сколько необходимо. Допустим, минуты больше 51 нельзя было устанавливать. Так, часы больше 23 нельзя. Дни 31, месяц 12, а год 99. Ну, это очень много, я думаю, никто из нас 100 лет, наверное, не будет ждать. Так, вот здесь вот это для запрещает больше вот вводить цифры, которые нужно для вот этих вещей. Здесь вот это... Третью кнопку мы нажимаем, вот это через время переключается, и там начинает мигать те цифры, которые нам необходимо поменять, и время 2 секунды. Если в течение 2 секунд, по-моему, 5 секунд, время 5 секунд стоит. Если в течение 5 секунд никакую кнопку не нажать, обратно возвращается вот главный дисплей, то есть там показывает значения, какие надо. Третью нажали, переключился, и при помощи вот этого счетчика там переключаем, вот это еще раз нажали, переключается здесь, вот, сейчас покажу. Так, вот здесь переключается вот установки, и здесь минуты, часы, дата, месяц и там год внизу. То есть отсюда вот этот селектор выбирает нужное число, отсюда при помощи вот этого счетчика мы поменяем нужное число, а это вот это детектор изменений чисел сохраняет значение. То есть если здесь число меняется, в каком положении, если минуты мы меняем, только минуты сохраняет. Если часы, только часы. Вот сделал так, чтобы вот когда минуты сохранит, там что-то по-другому, в других местах не сохранилось как бы. Так, это так. Тут еще. Это яркость устанавливаем. То есть яркость тоже меньше нуля нельзя и больше 25 нельзя. Нажимаем B1 увеличивается, B2 вот нажимаем уменьшается. И изначально вот устанавливается, вот посмотрите, здесь взял вот третий,
три числа. При загрузке вот изначально будет третий уровень яркости. Вот, предустановка включает третий уровень. А дальше уже этот больше-меньше можно делать. А здесь у нас эта метеостанция, как в БМП 085, на выходе у него температура 10 раз больше обычного, поэтому разделяем на 10, получаем температуру. А здесь выход в килопаскалях, вот разделяем на 133 и 322, получаем ртутный столб. Так, вот здесь все, вроде все рассказал. Так, я думаю, полезный модуль, тут много разрядный, можно одновременно и сделать температурный датчик, и там одновременно температурный датчик и влажно, чтобы можно было, можно двухканальный реле времени или что-то типа таких. То есть возможности уже побольше здесь что-то делать, я думаю. Так, вроде все. Скетч, схема будет у меня на сайте. Это ссылка под видео и комплектующий тоже под видео, что использовал. Кому интересно, можете покупать и сделать. Спасибо за внимание. До свидания.